пешеходный переход настолько свежей покраски, что кажется, что сюда еще нельзя наступать, поэтому я пойду в обход. Прямо сейчас в Истре открывается новое заведение общественного питания. За моей спиной толпы детей и подростков пытаются первыми проникнуть в зал. Для некоторых из них это поистине историческое событие, которого они так давно ждали. Сейчас мы узнаем, долго ли они стоят в этой очереди. Например, я стою 4 часа где-то. А как ты вообще узнал, что сегодня открытие? Ну, мы решили каждый день приходить и узнавать. Вот вчера мы приходили, увидели, что свет горит. Девчонки, расскажите, почему вы здесь стоите? Ждем открытия. А вы хотите сегодня первыми, да, просто попасть? Ну нет, я не думаю, что мы будем самыми первыми, но постараемся. 17.00. 17.00 открытие? Почему в очереди стоите? Я по приколу просто. Написали то, что в 16.00 откроется данное прекрасное заведение, которое, ну, в Истре. Которого так все ждали. Но я ждал Бургер Кинг. В общем, идет уже 4.42. Час. Ну, не открывается. Говоря, нас там... обманули. Спасибо, что выслушали. А почему вам так важно попасть сюда, причем первыми? Чтобы другие не попали. Я сегодня плавал много и не ел с утра. Я приехал ради данного заведения из... Ну, откуда? Далеко, в общем. Из Полевшина. Ну, смотрите, у нас же альтернативы есть. Много других ресторанов. Почему именно сюда? Наелись там уже. А как же правильное питание? Правильное питание? Мы уже напитались правильно. Да, у нас мама правильно питает. Давно ждали Макдональдс в Истре? Давно. Угу. Чтобы не кататься в Москву, как бы пришлось. Здесь уже как хорошо получается. Вы решили дождаться открытия, чтобы первыми попасть? Да не получится, конечно, первыми, но хотя бы посмотреть, что там. То есть у вас любопытство, да, сюда привело? Нет, ты больше ребенок привел. 5 минуточек, мы настраиваем кассовую систему. И как только мы ее настроим, мы вас всех обязательно отпустим. Спасибо вам. Ну что, вышел первый покупатель. Давайте узнаем, что он приобрел. Расскажи, как там внутри? Хорошо, в принципе. Лучше, чем в Москве? Ну, не знаю, нормально вроде. Что купил? По ним Тоскана, картошку по-деревенски и колу. Ну, а мы в Макдональдс не пойдем, потому что мы за правильное питание. Полина Громова, Михаил Моралов, Истрограф. И такая на следующий день после выхода репортажа выхожу, значит, с булками, с кофе. Завтра 1 сентября. Да. С наступающим праздником вас. Вы же тоже 18, 18 вам, да? Да, я в 11 иду. Удачи вам. И вам.